Что с ней будет? Мне очень жаль, повелитель. Мы бессильны ей помочь. Нам остается только ждать. Доброе утро, госпожа. Пусть оно будет добрым. Я приехала проведать Хатиджи Султан. Я знаю, госпоже сейчас очень нелегко приходится. Благодарю. Но мы едем во дворец. Мы бы встретились там. Хорошо. Поедем вместе. Ладно. Госпожа, не расстраивайтесь. Валиде непременно поправится. А что, если нет, Паша? Не думайте так. Просто будем молиться вместе. Верно? Что еще мы можем сделать? Разве я просил тебя рассуждать? Госпожа. Мы как раз приехали повидаться с вами. Тебе пришлось ждать? Ничего. Я боялась, что вы нездоровы. Как вы? Надеюсь, вам уже лучше. Куда уж там, Юрен. Сердце в груди вот-вот разорвется. Сейчас всем тяжело. Слишком рано. Я еще не готова. Если я ее потеряю... Что вы? Даже не смейте думать об этом. Вы же мать, будьте стойкой ради детей. Никто ее нам не заменит. Я только молюсь. Пусть Всевышний не забирает ее у нас. Аминь.